Во вторник, 18 июля, на парковке у холдинга «Афанасий» на улице Коминтерна произошла крупная коммунальная авария. Прорвало трубопровод горячего водоснабжения. В результате происшествия более 20 машин получили повреждения. О том, как сейчас обстоят дела на месте ЧП, рассказывает наш корреспондент. В полдень на парковке у стен холдинга «Афанасий» прорвало трубу. Напор воды оказался настолько сильный, что разрушил часть асфальта. А более чем 20 машин, находящихся рядом, получили повреждения разлетевшимися кусками асфальта и камнями. Пострадавших среди людей нет. Как сообщили в Тверской генерации, инцидент произошел в результате гидравлических испытаний теплосетей. В организации также заявили, что размещение парковки над теплосетями не было с ними согласовано. Необходимо отметить, что въезд и парковка автотранспорта, где произошло повреждение теплотрассы, не соответствуют режиму эксплуатации теплосетей. То есть расположение данной парковки не было согласовано холдингом с ресурсоснабжающей компанией. Также в Тверской генерации подчеркнули, что заранее уведомляли о проведении в этом районе очередного этапа гидравлических испытаний, во время которых компания проверяет трубы на прочность, чтобы определить участки тепловой сети, требующие замены. Сейчас на месте инцидента в радиусе нескольких метров разбросаны крупные и мелкие камни, а место ЧП огорожено. Как сообщили в холдинге «Афанасий», компания окажет юридическую поддержку всем, у кого пострадало имущество. Также холдинг оплатит проведение экспертизы всем, кто понес ущерб в результате коллапса на теплопроводе. Любая сейчас жизнь связана у нас с автомобилем. Автомобили в ужаснейших состояниях, в ужасном состоянии, поэтому мы приняли решение провести оценку за счет компании, провести все юридическое сопровождение возможного коллективного иска. Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры Тверской области и Следственного управления Следственного комитета Тверской области.